Все стратегические узлы от экономики до безопасности являются следствием сознания. А сознание ограничено логикой. Это двоичная логика анализа. То есть у нас анализ, то есть аналитики, аналитические отделы. Отсутствует институт прогностики. По прогностике я понимаю изобретательство и фундаментальные исследования, как стратегии и концепции. А в тактике это отсутствие политической воли, вот правильно Малышев сказал. Это все, да, это вот, ну, это совокупность. А что пути решения? Пути решения мне видятся в конвергенции, в конвергентном укладе. Вот я хотел добавить в прошлый раз, то есть мы сейчас находимся в технологическом, хотя есть гуманитарное направление, а следующий уклад – это конвергентный уклад. То есть это слияние, сближение этих двух как минимум. То есть, и структурное – это методологическое, то есть ну, можно как бы придумать эти все методики и прочее. И бесструктурное – это воздействие на психику через конвергентные устройства. Теперь